Вот уже второй раз здесь, на кубанской земле, в городе Сочи, на Красной Поляне зажег звезды фестиваль «Факел». Нам, зрителям, он подарил яркие эмоции и незабываемые впечатления, а участникам, конечно же, творческий полет, новых друзей и радость встреч со зрителями. Хореография и вокал, соло и ансамбль, инструментальный и оригинальный жанр. Каждый конкурсный номер встречали шквалом аплодисментов. Давайте повторим, друзья, всем добрый день! Наша церемония подходит к завершению. Пусть не все стали сегодня победителями, ведь это не самое главное. Самое главное, что фестиваль «Факел» продолжает собирать таланты под флагом «Газпрома». От всей души хотим пожелать коллективам и исполнителям новых творческих успехов и побед. Пусть вам покорятся самые высокие вершины мастерства, и пусть ваши звезды, зажженные на небосклоне фестиваля, горят ярким светом. До новых встреч на корпоративном фестивале «Факел». Спасибо. Сегодня у нас было большое мероприятие тимбилдинг компании «Балтика». 700 человек принимало участие в конструировании одной большой цепи событий. Назовем это так, но по-научному это называется...
This is Grandpa's groove. Эффект вот такой. Глаза горят у людей. У нас горит все. Потому что мы уже порядка 10 часов без остановки этим занимаемся.